Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня на примере удаления корня зуба и одномоментной имплантации мы рассмотрим пример использования остеозамещающих материалов Лиопласт аллогенного происхождения. Клиническая ситуация, смоделированная на биологической модели. У пациента корень зуба, скорее всего, это был перелом. Требуется удалить этот зуб и установить одномоментный имплантат. Мы начинаем удаление с острого отслаивания корня зуба, рассечения периодонтальной связки. После рассечения периодонтальных волокон при помощи пизоэлектрического аппарата мы производим более глубокое отслаивание тканей в области корня зуба удаляемого, соблюдая принципы травматичного удаления. Удаляем корень. Выполняем кюретаж лунки, тщательный. Проверяем луночку на предмет сохранности стенок костных. Начинаем препарирование переимплантного ложа. Первое сверло стиле традиционно. Препарируем ложе. Задаем направление. Далее протокол сверл мы соблюдаем в соответствии с выбранным нам диаметром и длиной имплантата. В нашем клиническом случае мы выбрали имплантат диаметром 4,2, длина 10 мм. Соответственно, если стенки лунки целостны и нет костного дефекта, то мы соблюдаем протокол классический для установки агрессивных имплантатов. Приступаем к установке имплантата. Вводим его в переимплантное ложе. На этом этапе целесообразно внести остеозамещающий материал, который заполнит пространство между стенками лунки зуба уже удаленного и поверхностью имплантата. Вносим остеозамещающий материал по периметру имплантата и при его установке и вкручивании в кость остеозамещающий материал будет равномерно распределяться, заполняя все пространства.
при достаточной стабильности имплантата возможна установка формирователя десны одномоментно. Установка формирователя десневой манжеты позволит нам не перемещать ткани мягкие в области имплантации, а ограничиться ушиванием только в области формирователя десневой манжеты. Ушивание в области формирователя десневой манжеты мы выполняем по образным матрасным швам, тем самым прижимая мягкие ткани к поверхности формирователя десны. Имплантация с одномоментным удалением корня зуба закончена.